Витебск посетил с рабочим визитом координатор системы ООН, представитель ПРООН в Республике Беларусь Санака Самарасинха. Визит господина Самарасинхи совпал с проведением недели устойчивой энергетики ЕС. Состоялись встречи с местными органами власти, руководителями и специалистами органов социальной и культурной сфер, общественных организаций и фондов, а также Санака Самарасинха посетил учреждение образования Витебский государственный профессионально-технический колледж машиностроения имени Минаева Филипповича Шмырева. Пилотный объект проекта ЕС ПРООН «Энергоэффективность в школах», реализуемый в учреждениях образования Республики Беларусь с 2013 года. Проект финансируется Евросоюзом, исполняющей организацией является Программа развития ООН, а национальное исполняющее агентство – Департамент по энергоэффективности госстандарта Республики Беларусь. Директор колледжа Татьяна Ивановна Трушанина и методисты колледжа ознакомили высокого гостя с мероприятиями, которые были проведены в колледже в рамках этого проекта. Проект «Энергоэффективность в школах» многокомпонентный и состоит из нескольких направлений. Модернизация и переоснащение здания колледжа – одно из ключевых мероприятий проекта. Выполнены работы по модернизации и переоснащению здания. Окна в корпусах заменены на энергоэффективные. Проведена термореновация стен, в столовой установлена новая вентиляция и приобретено энергоэффективное технологическое оборудование. На крыше здания колледжа установлены гелиоколлекторы с накопительными баками на 2000 литров, что позволяет полностью удовлетворить потребности колледжа в горячей воде. А установленная приточно-вытяжная система рекуперации тепла воздуха позволяет значительно снизить теплопотери через вентиляционную систему здания. Вторым инновационным направлением проекта «Энергоэффективность в школах» является использование подхода территориально ориентированного развития с целью вовлечения местного населения в процесс реализации проекта. Информирование и обучение населения по вопросам энергосбережения и пропаганде энергоэффективного образа жизни. Например, в рамках акции «Экономим для себя» наглядно была показана выгода от использования светодиодных лампочек в быту. Педагогами колледжа проводятся уроки с уклоном в энергосбережение. Их проводят преподаватели разных дисциплин. В практике и теории своих предметов они используют дидактические материалы, связанные с энергоэффективностью, и нацелены на бережливое отношение к энергоресурсам. Координатор системы ООН, представитель ПРООН в Республике Беларусь Санака Самарасинха, дал высокую оценку работе коллектива колледжа и лично директору Татьяне Ивановне Трушаниной. Для меня было очень приятно вернуться в Витебск. Это был последний город, который мы посетили с поездом «Экспресс ООН 70» в прошлом году. И это было действительно историческое путешествие. Я очень впечатлен результатами, которые нам удалось получить. И вот с тех пор, как поезд прибыл на свою конечную станцию, прошло уже 6-7 месяцев, но я вижу позитивные изменения, и мы очень рады работать с людьми этого региона. В рамках этого проекта особенно важно, вы, наверное, знаете, что в прошлом году лидеры всего мира собрались в Нью-Йорке и было подписано соглашение о достижении 17 целей устойчивого развития. Президент Лукашенко также был на этом саммите и подписал вот это соглашение. Также вы наверняка знаете, что в конце прошлого года Беларусь была одним из подписантов соглашения о изменении климата, Парижские соглашения. Говорим ли мы о контексте устойчивого развития или говорим ли мы о том, как спасти планету и людей на этой планете? Нам необходимо пересмотреть свое отношение к потреблению. Мы должны снизить выброс углекислого газа в атмосферу. Конечно, очень важно, чтобы молодежь была включена в эти процессы, потому что это тот мир, в котором предстоит жить сегодняшним молодым поколением. И особенно приятно быть здесь и видеть, что вся эта работа по энергосбережению, она происходит в колледже. И очень приятно видеть этот энтузиазм и полное вовлечение молодых людей в этот процесс. Ну и, конечно, это все о том партнерстве, которое нам удалось создать. Это партнерство между Европейским Союзом, программой развития ООН, местными властями. Это партнерство вот этого учреждения, Татьяны и ее команды. Но партнерство, оно настолько хорошо, и оно измеряется теми результатами, которые нам удается достичь. А эти результаты... Отлично.